Подрезково талантливые музыканты, певцы и разнообразные творческие коллективы своими безукоризненными выступлениями подводят итоги многолетней работы Дома детского творчества «Родник». Коллектив тогда состоял всего из нескольких педагогов и учеников, а сегодня в нем занимаются без малого 1500 ребят. За 20 лет мы прошли большой, сложный, непростой и, я считаю, успешный путь. Каждый год мы принимаем 1500 детей, и каждый год мы выпускаем столько же. За 20 лет у нас образовался один образцовый хореографический коллектив. За 20 лет работы у нас сформировалась театральная студия, и дети этой театральной студии уже снимаются в кино, в рекламе, в промо. Летом мальчики театральной студии снимались у Андрея Кончаловского в кино, и они регулярно все время в работе. Мы проводим все городские мероприятия, все муниципальные мероприятия, и мы организовываем досуг жителей Подрезково. В составе Дома детского творчества десятки музыкальных, хореографических и художественных коллективов. Ежегодно талантливые химкинские дети прославляют «Родник» успешными выступлениями на городских, областных и всероссийских фестивалях.